Спасибо большое, Инна. И для нас большая честь сегодня сделать вам еще один подарок. У нас была большая мечта несколько лет назад сделать на Рождество театральную постановку, которая бы могла людям говорить о Христе, о Его рождении. И знаете, в наше это время, когда все очень замылено, так все так завуалировано, что многие люди даже не знают, чье Рождество-то, чье день рождения празднуется. Просто осталось одно слово – рождественские праздники. И мы хотели сделать постановку, которая бы могла рассказывать о Христе. И также, чтобы она была понятна и взрослым, и детям. Мы ее сделали 2 года назад, вы видели это. И была еще одна мечта – сделать это достоянием общественности, показать это людям. Вы помните, я выходил, сделал такое приглашение. И большое спасибо вам всем, большое спасибо тем, кто вчера был. Поднимите руки, кто был вчера. Спасибо вам большое за тех людей, кого вы пригласили, потому что, когда мы увидели полный зал, и половина зала дети, и это было чудесно, это было настоящее чудо. Чудо Рождества. Я уже слышал множество свидетельств, и некоторые люди реально вчера принимали Христа, и их сердца менялись и плавились. Это самое, наверное, важное, что мы можем делать в церкви. Но мы не можем как бы оставить вас без этого подарка. Хочется поделиться радостью. Знаете, когда накрыт большой стол, то на нем, как в новогодние праздники, всегда хватает еды не только для себя, но и для окружающих. Поэтому представляем вам музыкальную постановку «Симфония Рождества». Священные книги открыты, тайны жизни в которых сокрыты. Пророчества древних свершатся, родится нам царь всех царей. Пророки нам предвещали, волю небес возвещали. И мы ожидали, что должен родиться Спаситель людей. Соблюдет, но каждый, кто верит своим разумением, по-своему верит, по-своему ждет. Я верю, придет Христос в наш народ, и пастырем добрым его назовут, и овцы его не будут нуждаться, и с пастырем добрым не пропадут. Кто этот Мессия, о ком все пророки оставили нам предсказания свои? Из рода Давида, из колена Иуды, владыка Израиля, нам на все дни. К нам Мессия и всем наконец-то покажет, что значит Божий народ. Возвысит закон свой, воздвигнутся храмы, язычников свергнет, всех грешных убьет. Давно всем известно, Бог любит богатых, десятины мои
охраняют меня. Синагогу построил, с священником дружен. Мессии, конечно, понадоблюсь я. Христос нас спасет от злобного Рима, и снимет он иго с этой земли. Он Цезаря свергнет, а сам воцарится. Мы станем царями, а они все рабы. Христос — это царь? Тревожные речи! Позволить евреям поставить царя? Я царь над землею, надо мной лишь кесарь. Никто тут порядок не вправе менять. Взирая с небес на грешную землю, чистую душу мой взор увидал. Дева ждущая Бога, она обрела мою благодать. Мессия придет в этот мир с непорочным зачатием, как жертвенный агнец свободен и чист от греха. Дева Мария, не знавшая мужа, от Духа Святого родит Иисуса Христа. Я творил тебя, твой каждый штрих
и жизнь вдохнул, и ты ожил, чтоб в царстве моем со мной ты был. Да, я твой творец, но я и твой отец. Но ты забыл о сироте, моим путем идти ты не хотел. Но ты обрел себя на страдание, душа твоя скитается в терзаньях и изгнаний. Но я возлюбил тебя и не прекращу любить, потому что я не перестал Отцом Небесным быть. Я сам приду к тебе, родившись на земле. Христос не просто царь, пророк или судья. Христос на самом деле буду я. И царство мое не от этого мира, и благо мое не в тлеющих благах земных. Но я дух твой хочу из смерти вновь возродить, чтоб ко мне ты вернуться мог и в славе вечной жить. Весь мир в ожидании Бога, пророчества древних свершатся, придет на землю Спаситель Мессия, мой сын воссядет на царство, грядет день искупления, в силе великой славе я посещу эту землю. Народы земли мою волю познают.
Божьих руках жизнь я сокрою свою. Какое волнение, боль и сомнение, Мария, невеста моя. Чистая дева, цветущее древо, но в чреве имеет она. Какое волнение, позор и смятение, все скоро узнают вокруг. Ее благочестие стало бесчестием, что же с тобой станет, друг? Ее благочестие стало бесчестием, что же с тобой станет, друг? Какое волнение, боль и сомнение, но я перед Богом хожу. Не стану судить, не посмею обидеть, Марию тайком отпущу. Какое волнение, боль и сомнение, но я перед Богом хожу. Не стану судить, не посмею обидеть, Марию тайком отпущу. Зачатая в ней есть от Духа Святого, и во исполнении Божьего Слова двери свои к ней открой.
же такое? Что за оказия? На небе явилось знамение вдруг мне. Его нахожу я не просто видение, а в новой светящейся яркой звезде. Раскинул небесный шатер вседержитель, перстень с руки на него прикрепил. Сиянием своим привлекая внимание те, кто внимая за небом следил. Что же такое и что за оказия? Эту звезду Господь зажег неспроста. Мудро отбросить все прежние занятия и поспешить, куда укажет звезда. Нам подсказали писания древние, что должен родиться особенный царь. Возьмем же дары и придем поклониться царю, положив дар пред ним на алтарь. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назаретов, Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Уважаемые мудрецы звездочет, слушайте вместе мудрость мою. Небо для звезд, птицы для неба, рыбы в воде и звери в лесах. Бедный рождается только у бедных, цари же рождаются в царских дворцах. Видим дворец, видим царя, скорее же нам покажите Христа. Волхвы, кого ж вы искали? Что завело вас так далеко? Должен родиться царь иудейский, мы же пришли, чтобы уважить его. Мудрые волхвы, кого ж вы искали? Что завело вас так далеко? Должен родиться царь иудейский, мы же пришли, чтобы уважить его. Слухи об этом ко мне доходили, видно, пришло время мне отдыхать. С небом не спорят, надо смириться. Желаю Христа вместе с вами встречать. Здесь его нет, я один тут с короной. Но где же тот царь должен родиться? Отправлюсь я с вами, с царской свитой. Я тоже желаю ему поклониться. Отправлюсь я с вами. Я тоже желаю ему поклониться. Уважаемые мудрецы звездочеты, кажется, мы допустили в расчеты, да. Царь говорит нам хорошие речи, но замышляет недобрые вещи. Ну и попали, ох, мы пропали, совсем не того мы царя повстречали. Ну и попали, ох, мы пропали, совсем не того мы царя повстречали. Это все ваши китайские карты, привыкли писать заду все наперед. Не вашей ли мудростью тут оказались, кто лучше всех знает, где царь живет?
Мудрость земная небесную встретив, вовсе не мудростью стала она. Видимо, царь наш совсем необычный, путь к нему знает только звезда. Видим дворец, видим царя, а где же Христос, мы пришли сюда зря. Видим дворец, видим царя, а где же Христос, мы пришли сюда зря. Мессия придет, лишь глупый не верит, Бог свое слово всегда соблюдет. Но каждый, кто верит своим разумением, по-своему верит, по-своему ждет. Придет ли Мессия спасать пастухов? И будет ли он разговаривать с нами? Христос — это царь, кто-то из знатных, а нам быть всегда со своими стадами. Родился вам в городе.
вам Спаситель, который Христос Господь. Пылем родился вам в городе Давида вам Спаситель, который Христос Господь. Младенца найдете в пеленах, в хлеву Вифлеемском, лежащего в яслях. Спустившись с небес на грешную землю, родился Сын Божий, младенец Иисус. Дева чтущая и ждущая Бога, собою Ему приготовила путь. Мессия пришел в этот мир с непорочным зачатием, как жертвенный агнец свободен и чист от греха. Дева Мария, не знавшая мужа, от Духа Святого родила Иисуса Христа. В царских хоромах, не в белых палатах, новая эра так началась. В овечьем хлеву родился Спаситель,
жизни надежда для всех родилась. Простым пастухам, неважным, незнатым, Господь благодать дал увидеть царя. Бог вы с востока, не знавший Бога, Бога узнали в обличии Христа. Дева, явившая миру Иисуса, блаженной тебя назовут на века. Господь Саваоф посетил эту землю, через тебя родив Иисуса Христа. Анастасия, Кузьмина Дарья, Смоляная Анастасия, Буковская Марина, Осадь
Коряка Роман. Особая благодарность нашим любимым пасторам Сергею Адамовичу и Елене Борисовне Цалков. Слава Богу! Еще раз. Раз. Еще раз спасибо большое артистам, авторам, звукооператорам, всем-всем, кто причастен. Вы подарили нам большой праздник. Аминь. Особенное время, особенная атмосфера. И мне хотелось бы сейчас призвать людей молитве покаяния. Друзья, Рождество – это не просто спектакль, не просто подарки, не просто елка. Но на самом деле Рождество – это когда в сердце рождается Иисус. Аминь. И пожалуйста, кто еще никогда не произносил молитву покаяния, я хотел бы видеть вашу руку. Есть, да? Хорошо, мы приглашаем вас. Пройдите, пожалуйста, сюда вперед. Это торжественный момент. Это самое важное вообще, что может быть в нашей жизни, примириться с Богом. Приглашаем вас. Привстаньте, пожалуйста. Я еще приглашаю, может быть, еще кто-то есть. Посмотрите рядом с собой. Может быть, есть неверующий человек. Сегодня в каждом сердце должен родиться Иисус. Ни один человек, он сегодня не должен ни уйти не спасенным. Все? Хорошо. Идет еще кто-то. Хорошо, мы ждем. Мы ждем вас, выходите. Слава Богу, вы признаете себя грешниками? Вы верите, что Бог умер и воскрес для вашего оправдания? Давайте сейчас помолимся этой молитвой покаяния. Можете закрыть свои глаза, поднять свои руки к небу и повторяйте за мной. Великий и всемогущий Бог, я верю, что Ты умер и воскрес для моего оправдания. Ты умер за мои грехи, и я принимаю Твою жертву. Я исповедую Тебя своим Господом и Спасителем. Прости мои грехи и очисти меня. Я молился этой молитвой во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу! Слава Богу!
Вы родились в духовный мир, вы родились для Бога, и это настоящее Рождество. Теперь вы можете со всем правом праздновать Рождество, потому что в вашем сердце живет Иисус. И мы хотели бы помолиться еще за вас, благословить вас. Может быть, кто-то вас проклинал, может, кто-то говорил что-то нехорошее на вас и так далее. Потому что молитва церкви, она сильнее любого проклятия. Аминь. Церковь, давайте прострем свои руки и помолимся. Великий всемогущий Бог, благослови мою сестру. Господь, я благодарю Тебя за нее, за то, что Ты записал ее имя в книге жизни. Наполни ее своей крепостью во имя Иисуса Христа. Господь, благослови моего брата. Пусть всякое проклятие, оно будет разрушено именем Иисуса Христа. Господь, пусть Твое слово, оно обильно вселяется в его сердце. Господь, наполни своей любовью. Пусть будет Твоя воля в его жизни осуществлена. Я призываю Твою святую кровь на моего брата. Я провозглашаю полную свободу от любой зависимости в его жизни. Господь, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, друзья! Мы поздравляем вас. Это действительно великий момент в вашей жизни. Как вас зовут? Анастасия, очень приятно. Андрей, первозванный, очень приятно. Как вас? Григорий, слава Богу. У нас вот есть небольшие подарочки для вас, сестра Анна. И, пожалуйста, после служения подойдите, пожалуйста, к сестре Анне. Она будет вас ждать вот там вот впереди. Может, у вас какие-то есть вопросы, может, нужно помолиться за какие-то личные нужды и так далее. Хорошо? После служения подойдите. Сейчас вы можете под аплодисменты занимать свои места. Слава Богу, это ангелы сейчас ликуют. Аллилуйя. Вы можете присесть. И мы сегодня пришли не только отпраздновать Рождество, но у нас сегодня второе воскресенье месяца, а значит, мы пришли еще поклониться сегодня своим имуществам. Аминь. Но прежде я хочу прочитать небольшое слово. Это книга пророка Агея, 2 глава. И здесь Бог, Он обращается к своему народу, когда они много трудились над постройкой храма, они много жертвовали на каждом служении продолжительное время. И кому-то, может, уже закрадывались мысли, а вот я жертвую, я отдаю, а особого какого-то прорыва нет. И уже приходили кому-то сомнения, а хватит ли у меня веры, хватит ли у меня сил и дальше продолжать жертвовать. И вот Бог, Он обращается к таким людям. 4 стих. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, ободрись новое поколение, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Я с вами, друзья, что может быть круче, что может быть надежнее, казалось бы, такой простой на первый взгляд фразы «я с вами». Друзья, это большая награда для нас. Когда Бог говорит «я с вами», то никакая нищета, никакая болезнь, никакие проклятия, они не могут похитить нас из Его руки. Аминь. Скажи своему ближнему: «Бог с тобой». А теперь скажи сам себе: «Бог со мной». Послушай, никто не может похитить тебя из Его руки, пока Бог говорит «я с вами». Аминь. И дальше написано, 5 стих. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Это еще одно правило, это еще один ключ для каждого праведника, для каждого человека, который жертвует. Потому что, согласитесь, иногда нас останавливает страх. А что, если я отдам десятину? А что, если пожертвую, и мне не за что будет жить? Но послушай, мы должны верить, что все, что приходит в нашу жизнь, оно приходит не случайно, не потому, что мы такие удачливые, но потому, что Бог, Он контролирует ситуацию. Бог, Он заботится о нас. Аминь. И когда Он говорит поступить по Его слову, когда ты исполняешь Его волю, ты делаешь то, что написано, то ты никогда не умрешь с голоду, но будешь жить. Аминь.
И дальше. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, и море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Друзья, очень скоро придет это время, когда ни землетрясение, ни цунами, ни тектонические разломы будут колебать эту землю. Но когда Бог поколеблет эту землю, вся земля узнает, что есть великий Господь. И дальше написано. После этого стиха, когда речь идет о последнем времени, в 8 стихе написано. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». И на первый взгляд, ну это не совсем тут уместно. Причем тут мое серебро и золото? Да, друзья, потому что Бог в конце концов, Он докажет, чье серебро и чье золото. Знаете, когда Бог будет потрясать небо, землю, все народы, то у кого-то Бог будет вытрясать и золото, и серебро. Наш Бог, Он у кого-то вытрясет. Но мы здесь, друзья, не для того, чтобы у нас вытрясали. Аминь. У нас есть прекрасная возможность сделать это добровольно. Послушай, когда Бог у кого-то будет вытрясать, то в кого-то Он скажет, мерой доброй, нагнетенной, наполненной, переполненной, я отсыпну в лоно тех людей, которые жертвовали во время благоприятное. Когда Бог у кого-то будет вытрясать, Он будет знать имена тех людей, кто научился жертвовать. Аминь. И 9 стих. «И слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». И это будет, друзья, в той церкви, в том народе, где люди научились жертвовать. Аминь. Поэтому давай сейчас возьмем свои десятины, свои пожертвования. И это прекрасный момент показать Богу, что мы любим Его, что нам не нужны никакие потрясения, что мы знаем, чье серебро и чье золото. Великий и всемогущий Бог, мы поклоняемся Тебе, и мы превозносим Твое святое и великое имя. И мы приносим Тебе сегодня выражение нашей любви и верности. Господь, пусть всякие экономические, пусть всякие политические потрясения, они пройдут стороной. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за Твое сверхъестественное обеспечение, за Твое благоволение, за то, что никто не может нас похитить из Твоей руки. Мы воздаем Тебе сегодня всю хвалу, всю честь и всю славу. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И у меня еще есть некоторые объявления. На дежурство по храму заступает молодежь. И, друзья, в новом поколении есть хорошая традиция. Каждый год мы начинаем с недельного поста. Мы смиряемся перед Богом, мы ищем Его лица, и мы просим Его волю на предстоящий год. И каждый день вечером в храме здесь будут проходить служения. Понедельник, вторник, среда, четверг. А пятница у нас будет ночная молитва. Начало в 23:00 и в воскресенье 15 января мы выходим из поста. Поэтому максимально приходите, давайте посвятим это время действительно уединению и общению с Богом. Аминь. Также родителей воскресной школы, чьи дети в данный момент находятся здесь в зале. Пожалуйста, после служения поднимитесь в 9-ю комнату и получите детский подарок. Также хочу обратить ваше внимание, что каждый день на площади Героя Майдана в 7:00 проходит молитва за Украину. Это каждый день. Если ты располагаешь временем и в твоем сердце есть желание, приходи. Ты всегда там найдешь молящихся. И также завтра на центральной площади 9 января в 16:00 состоится праздничное рождественское межконфессиональное молитвенное служение. Тоже нас всех приглашают. 16:00, площадь Героя Майдана. И последнее объявление. Есть нужда. Для женщины нужны доноры. Если ты можешь пожертвовать свою кровь, послужить. Вот брат Олег Токарь. Пожалуйста, после служения подойди к нему и получи
контактную информацию. У меня все, будьте благословенны, и я с большой радостью приглашаю Сергея Адамовича. Пожалуйста. Доброе утро всем. Христос народился. Славим Его. Слава Богу за Рождество. Слава Богу, что такая у нас есть привилегия дважды праздновать Его. Наверное, не у всех такое есть. Дважды праздновать день рождения. Я подумал, ну чего так? Обычно все нормальные люди празднуют один раз день рождения, да? Раз в году. А ненормальные празднуют два раза в году. Ну, в кавычках ненормальные. Есть духовный день рождения у каждого из нас, да? Когда ты пришел к Богу, когда покаялся. Это же день рождения, правда? Вот у меня 28 мая, а у вас когда? Ну, быстро скажите, когда у вас день рождения? Я понял. Главное, чтобы вы не забыли. Мой духовный день рождения, я помню. Важно не забывать. Есть духовный день рождения, есть физический. Но Иисус, конечно же, пришел на эту землю, и Он взял такую же плоть, как у нас. Он был рожден от Девы Марии, и земную природу ему дала эта маленькая девочка, скромная, послушная, смиренная, которую называют блаженная, благословенная. Все роды будут почитать ее. В самом деле, настолько смириться, настолько быть послушной, настолько рискнуть своей репутацией и даже жизнью, потому что она могла бы потерять все, но она доверилась Богу. Доверилась тому, который приготовил ее сердце. Вы знаете, Бог ничего не делает вдруг. Вот так вот, раз, это у нас в жизни иногда бывают такие, да? Мы что-нибудь как учудим. Чудные дела твои, Господи, а у детей твоих еще чуднее. Мы умеем чудить, да? А Бог, Он не чудит. Он делает чудные дела. И у Бога все запланировано, все приготовлено. Знаете, Он тщательно все продумывает. Прежде чем явился этому миру Спаситель Иисус Христос, была тщательная подготовка. Бог все делает заранее. Готовит сердца людей, готовит всю атмосферу, приготовил волхвов, приготовил пастухов, приготовил Марию, приготовил Иосифа. Приготовил. Бог все готовит. Все было приготовлено. Пещеру приготовил, где Иисус родился. Кто скажет, как это? Бог что-то не это самое. Места в гостинице не нашлось. Бог не продумал. Надо было одну гостиницу зарезервировать. Какой-нибудь Хилтон, какой-нибудь Мэриот или такую красивую гостиницу Иерусалим. Почему там Иисус не родился? Нет. Бог приготовил эту пещеру, где пастухи заводили свои стада. Бог приготовил это место, потому что Иисус Христос, Он родился в таких же хлевах наших сердец, где ничего не было красивого, где ничего не было царского, где все было в запустении. И Он пришел в нашу жизнь и родился Спаситель, Искупитель, наш Господь. Аллилуйя! И мы празднуем Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
Когда мы приходим к кому-то на день рождения, все внимание кому? Имениннику. Когда мы приходим в церковь, поймите, что Рождество каждый раз. Аминь. Каждое воскресенье, каждое служение – это Рождество. Каждая встреча с Богом – это Рождество. Что-то новое рождается внутри нас. Аминь. Почему так произошло? Знаете, когда люди, жившие в саду Эдемском, Адам и Ева, сотворенные по образу и подобию Божьему, жили. Хорошее место. Чудесное место. Бог поселил их там. Сказал, плодитесь, размножайтесь. Возделывайте сад. Но не ешьте от дерева познания добра и зла. Сложная задача. И да, и нет. И сложная, и не очень. Сложное потому, что всегда есть выбор. И был тот, который пришел и начал шептать на ухо и говорить, не все Бог тебе открыл. Кое-что Он спрятал от тебя. Он не хочет, чтобы ты был как Бог. Ты вот должен быть вот таким, просто вот повиноваться. Просто вот делать вот то, что он говорит, и все. Это же так неинтересно. Интересно. Вот смотри, какое дерево. Вот возьми и съешь. Глаза откроются. Ты как-то себя по-другому чувствовать будешь. Знаете, во все времена люди хотят что-то новое, хотят что-то неизведанное. Но не всегда это от Бога. Важно узнать, Бог ли разрешает тебе вкусить это новое? Или это лукавый, который шепчет тебе, ты будешь как Бог. Тебе незачем это. Это скучно читать Библию. Это скучно молиться. Это скучно ходить в церковь. Это примитивно так. Это мне интересно. Надо что-нибудь в этом мире такое экзотическое познать. И люди идут, пытаются что-то найти, но там нет жизни. Там нет жизни. И как результат изгнания из Эдемского сада, болезни, войны, разногласия, братоубийства, во все это погрузилось человечество. Но знаете, в чем великое милосердие Бога? Что Он свой народ не забыл и не оставил. Не забыл и не оставил. Первое пророчество Рождества находится в книге Бытие. Первое пророчество о том, что будет Рождество, которое изменит весь мир, который изменит все человечество, находится в книге Бытия. Где? Там, где Бог сказал о том, что семя жены будет поражать змея в голову. Семя жены будет поражать змея в голову. В Ветхом Завете, и это прямое указание на то, что будет непорочное зачатие. Потому что в Ветхом Завете все родословие велось по отцам. Авраам родил Исаака, Исаак, и так далее, и так далее, и так далее. Там отцы, там нигде матерей нет. А здесь в самом начале мы читаем семя жены. Семя жены будет поражать змея в голову. Самое первое. Знаете, как только люди согрешили, тут же Бог дал обещание. Тут же Бог дал обещание, что Он не оставит. И Бог тщательно все готовил. Нам кажется, ну почему должно было пройти столько лет? Почему нужно было столько людям мучиться, страдать, переживать? Потому что Бог никого насильно ломать не собирается. Он предлагает сделать добровольное решение –
добровольно согласиться. И сердца людей, они были ожесточены. Они пробовали через закон, соблюдение всех заповедей, пытались. Зачем Бог дал заповеди? Для того, чтобы показать людям, что они не в состоянии их выполнить все. Скажите, кто-нибудь из вас способен выполнить 613 церемониальных заповедей? Мы даже главные 10 с трудом пытаемся. Тяжело стараемся. Подходя к храму, не всегда читаем. Ну, даже когда выйдешь, прочитай там написанный на черном камне золотыми буквами напоминание. Невозможно. Но когда Христос рождается в сердце, тогда все возможно верующему. Аминь. Можно любить, прощать, не желать. Совсем другие чувствования. Потому что христианство – это не свод правил, постановлений, разрешений, запретов. Христианство – это новая жизнь. Это новое сердце. О чем сказал Бог? О том, что заберу у вас сердце каменное и дам вам сердце другое, плотяное, чувствительное, способное любить, способное сострадать. Я думаю, что каждый, кто встретился с Иисусом, первое, что ты заметил – что что-то внутри, какие-то другие чувства. Скажет, да я всегда был добрым. Я всегда помогал бабушкам через дорогу перейти. Я всегда нищим денежку давал. Я всегда был добрым. Вспомни, достаточно ли добрым ты был? Достаточно ли ты был добрым во всех ситуациях своих? Мы хотим думать о себе хорошо. Но на самом деле злого в нас вот так было. И только Бог по своей великой милости, своей великой любви, который пришел в нашу жизнь. И Рождество, знаете, это для каждого из нас великий праздник, наше преображение, когда Бог явился в нашей плоти. Другое название этого праздника – это Богоявление. Бог явился. Аминь. И я хочу прочитать несколько мест Писания. Первое – это Исаия, 9 глава. Исаия, 9 глава. «В прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, за Иорданскую страну Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». И 6 стих говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Смотрите, через пророка Исаию идет пророчество. Люди находятся в притеснениях, люди находятся в страданиях, мучениях. Люди находятся в тех же проблемах, что и сегодня. Проблемы человечества, они как были, так и есть.
Одно мироустройство сменяет другое. Приходят цари, одни лучше, другие хуже. Поднимаются империи и исчезают. Все идет своим чередом. А проблемы остаются. Проблемы остаются. Где-то чуть лучше люди живут, где-то чуть хуже. Но везде проблемы одни и те же. Везде люди разводятся, везде изменяют, везде убивают друг друга, везде делают аборты, везде воруют, везде, в любой стране это происходит. В чем проблема? Люди хотели построить идеальное общество на земле, не получается. Потому что проблема, она находится внутри человека. Она внутри человека. Поэтому Господь пришел для того, чтобы изменить наши сердца. Аминь. Сколько мы бы не меняли внешность, сколько бы мы не давали человеку образования, 5 дипломов, 6 дипломов, если внутри он гнилой, если его сердце гнилое, никакое образование его не сделает лучшим. Сколько бы человеку не давали денег, миллионы долларов, миллиарды долларов, но если внутри у него сердце гнилое, он не станет лучше. Деньги не делают лучше человека. Какую бы одежду на человека ни одели, но если его сердце неизмененное, он будет таким, как он есть. Одежда ему не поможет. Какую машину он не сел, он не станет лучше. Людям свойственно смотреть, говорят, о, этот человек такой, вот у него такое, вот у него такой дом. Вот послушайте, когда сердце человека неизмененное, его ничего не будет радовать. До какого-то уровня он будет чему-то стремиться и думать, что вот это его будет радовать. Это принесет ему счастье, но подлинное счастье, когда у тебя мир в сердце, любовь к ближнему, когда есть счастливая семья, когда тебе послушные дети, когда ты имеешь мир с ближним, когда ты знаешь волю Божью, когда ты следуешь этой воле, когда ты служишь Богу, это подлинное счастье. Аминь. Когда есть удовлетворение не от видимого, а от невидимого. Это удовлетворение не купишь ни за какие деньги. Нигде. Ни за что. Этот покой в сердце ты нигде не приобретешь. Ты можешь прийти на время какое-то, сказать, ой, хорошая атмосфера. Ой, слава Богу, такие хорошие люди. Все чудесно, все прекрасно. Хороший спектакль. Прекрасно мы общество посмотрели. Но суть не просто внешнем. Это замечательно. Но чтобы сам смысл Рождества был внутри каждого из нас. Чтобы родившийся Христос был в каждом сердце. Знаете, мы должны молиться за нашу страну. Многие говорят, что это все плохо, эти плохие, те, которые перед ними были лучше, те, которые после них, потом будут говорить, что эти были хуже, и друг на друга все будут говорить. Но Церковь Божья должна пророчествовать и говорить, прежнее время, которое умолило, прежнее время, все, что там было, но есть, наступит время, когда все изменится. Аминь. Когда возвеличится эта земля. Как она возвеличится? Откуда придет возвеличение в страну? От кого это придет? Это не придет с востока и не придет с запада. Ни с севера и ни с юга. Сын дан нам. Сын дан нам. Владычество на раменах Его. И умножению владычества Его в мире нет предела. Кто-то говорит, время церкви прошло. О, знаете, религия – это уже прошедший этап. Христианство, оно уже угасает. Пророк Исаия сказал –
а умножение его владычества нет предела. Аминь. Будет умножаться. Аллилуйя. И следующее место Писания, которое хочу прочитать, это послание Титу. Вторая глава. Это уже Новый Завет. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Скажи, для всех человеков. И для меня тоже. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аллилуйя! Что такое Рождество? Вот это и есть явление Божьей благодати, которое спасительно для всех человеков. И это не просто восхищение событием, но это благодать, это не просто, знаете, чувства какие-то, мурашки по телу, ой, что-то там внутри хорошо. Нет, которое научает нас, аминь, научает каждого из нас к чему-то хорошему. Аминь. Потому что когда ты с Богом живешь, когда имеешь отношение с Ним, ты непременно будешь чему-то учиться. Мирская пословица говорит, с кем поведешься, того и наберешься. С кем повелся, а то и набираешься. Ведешься с плохими людьми, от них и наберешься. Родители, проверяйте, с кем ведутся ваши дети, чтобы потом не удивляться, откуда у них появляются те или другие какие-то нехорошие моменты. Аминь. Если они ведутся с соответствующей компанией, от нее и наберутся. И потом нечего удивляться. Нечего потом говорить, ой, как это получилось? Просто вы упустили время для того, чтобы анализировать, для того, чтобы смотреть. А то, что они иногда приходят в церковь, это еще не значит, что они станут нормальными. Потому что в церкви они 2 часа, ну 3 часа, а все остальное время, все остальные дни, они с кем-то другим. Кто научает их? Кто их наставляет? С кем ты проводишь время? Что это было? Демоны. Говорят, что когда дьявол сошел на землю, он сошел в то место, где сидели звукооператоры. На пульт. Прямо на пульт. Что вы сделали? Ничего. Бывает. Надо 2 микрофона таких. Когда говорили, пастор, тебе надо такой микрофон, вот тут, чтобы отсюда вот такой. Такой, вот такой маленький, вот тут возле рта. Вот такой вот. Говорю, а вдруг мне надо будет ну какое-то такое движение, звук какой-то издать. Так я. И все? А так вы все слышать будете? Я скажу, что за пастор такой? Фиги, звуки какие-то у него. Не, с таким удобнее, правда, да? Что вы не все слышите. А зачем оно нам надо? Поэтому, дорогие друзья, я верю в то, что наше христианство будет меняться. Мы будем преображаться. Каждый раз Рождество, переживая эти трогательные моменты, слава Богу за тех, которые напоминают нам, как приблизительно это происходило в музыке, вот в таких декорациях. Конечно, декорации были другие. Не было там столько света, не было столько музыки, была небесная музыка. Ангелы пели, ангелы возвещали великую радость. И
Знаете, были те, которые пришли для того, чтобы поклониться. Всякий раз, когда мы приходим, поймите, мы приходим с одной целью. Мы приходим поклониться Богу. Поклониться. Потому что как можно определить, меняется мое сердце или не меняется? Какой я христианин? Это моя способность поклоняться Богу. Аминь. Поклоняться Ему. Эти великие мудрецы, которые там владели тайнами мироздания, и тысячи людей спрашивали у них совета. Это мудрые люди. Они пришли с одной единственной целью – поклониться. Они не пришли, знаете, учить младенца. Они не пришли получить от него лицензию. Они не пришли для того, чтобы... Они, наоборот, пришли и принесли что-то. Они поклонились ему. Простые пастухи, которые пасли стадо, когда они услышали, когда они эту радостную весть услышали, они пошли. Мы найдем того, из-за которого все пришло в движение. Аминь. Как важно, чтобы каждый, он нашел в жизни, он встретился с ним, того, из-за которого все приходит в движение. Все меняется. Чтобы эта спасительная благодать для всех человеков, она научила нас, как жить в этом мире. Потому что Христос отдал Себя за каждого из нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Даже неверующие люди в рождественские дни хотят делать какие-то добрые дела. Кого-то накормить, кому-то помочь, кого-то поддержать. Знаете, и пусть это будет даже, ну, как акция у кого-то, там раз в году. Но у христиан это должно стать нормой жизни. Аминь. Быть ревностным к добрым делам. Как это? Это не тогда, когда тебе говорят, пойди сделай вот это дело, пойди посети кого-то, пойди кому-то послужи. И ты, о, ну ладно, написано, что надо быть ревностным, пойду. Нет, ревностный – это когда сам человек, он говорит, я хочу это делать, я хочу кому-то служить, я хочу найти точку приложения моей веры, и я хочу кого-то сделать счастливой, увидеть улыбку на чьем-то лице, кого-то поддержать, кого-то вдохновить. Знаете, этот год будет у нас называться годом служения. И я верю, что Бог творит все новое. Аминь. И на служение выйдет множество новых и новых людей. Аминь. Выйдут новые люди, которые скажут, я хочу быть ревностным в служении Богу. Я хочу быть ревностным, потому что сила Рождества дает нам это дерзновение и дает нам эту ревность служить Господу. Я хочу делать великие дела для Бога. Я не хочу просто прожигать свою жизнь непонятно на что, на свои удовольствия. Я хочу все свое сердце, все свои силы посвятить служению Богу и людям. Аминь. Служить Господу. Поймите, это великая привилегия. Это честь, которую Бог оказывает нам всем. Это возможность. Он готовит наши сердца. Пусть не будет, знаете, у нас такого желания все только для себя. Пусть Господь сделает то, другое, третье для меня. Бог может сделать гораздо больше того, о чем мы просим, о чем мы помышляем.
Он может сделать для нас вообще невообразимо сколько. Но Он ожидает, что мы не будем потребителями, а мы будем даятелями. Что мы будем ревностными к добрым делам. Что Его народ, он будет славным народом на этой земле. Знаете, я размышляю последние дни и думаю о роли церкви, о предназначении церкви, но о миссии церкви в это последнее время, в которое мы живем, когда мы видим, что творится, весь мир просто вот калашматит, нет ничего стабильного, нет ничего постоянного. И я думаю, Господи, что и церковь калашматит где-то, да, и с церковью происходят какие-то трансформации. И Писание говорит о том, что время суду начаться с Дома Божьего. Знаете, и я молюсь и прошу, Господи, пусть во времена всех этих потрясений мы окажемся верными Тебе и друг другу. Пусть во времена всех этих потрясений мы устоим, когда приходят штормы. Знаете, Иисус рассказывал притчу, и Он говорил, человек, который построил дом на камне, и человек, который построил дом на песке. Кому уподоблю? Говорит, уподоблю человеку, который построил дом на камне. И бури нахлынули, и ветры нахлынули, а дом устоял. Бури и ветры приходят ко всем. И к тем, кто на песке строил, и на камне строил, ко всем приходят. Важно не то, что приходит, а важно то, на чем ты стоишь, на каком основании ты стоишь. Если твоим основанием будет рожденный, умерший и воскресший Господь Иисус Христос и вновь грядущий, ты устоишь. Если твоим основанием будет Слово Божье, если твоим основанием будет желание служить Богу, ты устоишь. Пусть каждая жизнь, каждая судьба, она будет утверждена на этом прочном основании. Господи, благослови. Для того, чтобы, знаете, подделок в мире очень много. Много подделок. Сейчас говорят, там, прочитал статью про китайские продукты. Вот не ешьте эти продукты. Яйца подделки какие-то, из чего-то делают яйца. По виду как куриные. Не знаю, может это вранье. Конечно, ну, подделки, кругом подделки, все подделывают. Раньше меньше подделывали, сейчас больше. Господи, береги нас от всяких подделок. Аминь. Я не говорю о пище, я говорю о ненастоящем. Чтобы мы не велись. Библия говорит, что в последнее время будут избирать себе подделки учителей, которые бы что? Льстили слуху. Которые бы льстили слуху. Что такое льстили слуху? Говорили то, что ты хочешь слышать. Говорили то, что тебе нравится. Вот ты хочешь это слышать. Лесть такая, понимаете? О, да, да, это вот, так хорошо. А Павел почему-то так противостал всему этому. Говорит, это ненормально. Нам не надо то, что льстит нашему слуху. Нам надо то, что наш... Что? Что делает с нами? Любит, да? Что нам надо? То, что нас строит. Вот здесь детей много. И каждый взрослый, да вспомни, что в детстве то, что тебе говорили тебе родители, это не льстило твоему слуху. А? Да? Все, что они говорили тебе, слуху не льстило. Когда говорили, помой посуду, кому это льстило? Ой,
Мамочка, как приятно ты сказала. Так мне понравилось, прямо как ты сказала, что я должна помыть посуду. Бегу, любимая. Игрушки собери. Папа, вот ты молодец. Так хорошо сказал. Я ожидал этого. Бегу. Все было наоборот. Не льстило. Но благодаря тому, потом ты в школу пошел, там, дальше учился, благодаря тому, что в нашу жизнь говорили не то, что нам льстило, мы стали кем-то. Аминь. Неужели мы думаем, что в духовной жизни, в семейной жизни, в христианской жизни, в конце концов, мы можем стать кем-то, если нам будут говорить только то, что льстит нашему слуху? Неужели мы думаем, что мы из-за этого станем такими великими, умными, помазанными? Аллилуйя! Друзья, нам нужно Евангелие. Аминь. Нам нужно чистое Евангелие. Нам нужно Слово Божье. Такое, как оно есть. Оно написано, что меч. Слово Божье – меч. Аминь. И не просто меч-кладенец, а меч, который проникает куда-то. Мы готовы друг друга там мечом. Сестра, обрезайся. Не обрезаешься, я тебя обрежу. Давай язык свой сюда. Брат, обрезайся. Обрезайся, обрезайся. И ходят такие духовные с мечами. А написано, что он проникает. Этот меч, если ты в себя не запустил, нечего на других махать. До разделения составов и мозгов и судит все помышления и намерения. Ого, это уже глубоко сердечное. Но туда он входит. Зачем он судит? Вообще слово «суд» означает отделить. Отделить. Одно от другого. Правильно от неправильного. Господи, пусть Твое слово судит. Давид молился молитвой и говорил: Господи, суди меня судами Твоими. Помоги мне отделить, что правильно, что неправильно, что от Тебя, что не от Тебя, что прилепилась какая-то глупость к моему сердцу. Пусть она уйдет во имя Иисуса. И я молюсь, чтобы этот год, который наступил, это был год, когда мы все поднимемся. Поднимемся на новый уровень. Поднимемся в силе Божьей. Когда мы, знаете, по-настоящему повзрослеем, используем Божий шанс, Божью возможность для того, чтобы исполнить Его волю, для того, чтобы служить Ему в ревности, в дерзновении сердца. Мое пожелание, чтобы родившийся Христос не остался младенцем твоей жизни, потому что Христос, младенец, это все на короткое время, а дальше Христос, который сидит в храме и служит, и учит уже, понимаете? А дальше Христос, который ходит с учениками, а дальше Христос, который идет на крест. Понимаете? Как важно, чтобы мы в своем духовном возрастании не остались в младенчестве. Павел говорил: когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, по-младенчески. О чем он говорит? Он же не говорит о физическом возрасте своем. Он говорил о своем духовном возрасте. Но когда стал мужем совершенным, знаете, и мы должны стремиться к тому, чтобы возрастать. Для того, чтобы... А как люди растут? Точно так же, как и дети. Физически растут от ответственности. Аминь. Растут люди от ответственности. Когда ты берешь ответственность, вот так ты и взрослеешь.
Одна ответственность у маленьких детей, а другая ответственность у 16-летних парней. Разный уровень ответственности, аминь. Разный уровень. И у 30-летних мужчин тоже другой уровень ответственности. Разный уровень ответственности. Как иногда смотришь, вот он не по возрасту, он уже взрослый, ответственный такой. Смотришь, Боже мой, пусть Бог благословит. В общем, совсем юноша, а уже и это дело, и это, я готов и то, и все. Человек берет ответственность. На других смотришь, уже под 40 или 30, и все, ходит, непонятно, что делает, чем занимается. Толком ничего нет. Все развалено, все разрушено. Нет ни устройства, ни порядка, ни работы толком, ни служения толком. Что это, о чем это говорит? Человек не взял ответственность. Вот и все. Друзья, наше взросление – это в нашей ответственности. Аминь. С завтрашнего дня одна из форм ответственности христианина – это поститься. Аминь. Что-то радости мало как-то на лицах. Как будто я сказал, что пошли в проруби купаться. Наверное, больше было бы радости. Одна из ответственностей христианина – молиться и поститься. Аминь. Каждый год, одну неделю мы выделяем для того, чтобы максимально посвятить себя общению с Богом. Все, кто проходили это, они могут засвидетельствовать, что это потрясающе благословенное время. Аминь. Это классное время. Я вам скажу, если вы думаете, что вы поститься не можете, но если здоровье вам позволяет, поститесь. Самое главное, от гаджетов поститесь, соцсетей, телевизора, интернета. На неделю, если ты уже хотя бы в этом будешь большой молодец. Я уверен, что многим это будет труднее, чем не кушать. Я прав или нет? Труднее, чем не кушать. Потому что, когда они сидят там, они и не кушают. Иди покушай. Да никогда. Да сейчас вот напишу. Да ты же голодный. Да ну, это сам, все нормально. Они и кушать не будут, зато будут там. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, прямо 2 минуты. Ответственность. Давайте возьмем ответственность. Аминь. Это церковный пост, это не личный пост, это церковный пост. Это пост всего движения нового поколения. И я думаю, что в этом мы должны согласиться. Если двое из вас согласятся о каком-то деле, то что? То будет вам. И каждый вечер мы будем здесь молиться. Каждый вечер мы будем совершать молитвенные служения за все сферы. И за семьи, и за возрастание, за служение, за страну, за то, чтобы война прекратилась. Будем молиться за все сферы нашей жизни, за здоровье, за все будем молиться. Поэтому всех приглашаю. Пожалуйста, давайте возьмем ответственность. Давайте войдем в Новый год с молитвой и постом. Аминь. Если здоровье не позволяет, пожалуйста, определи пост, какой ты можешь. Возьми пост Даниила, там фрукты и овощи. Если тебе по состоянию здоровья нельзя. Если все нормально со здоровьем, я из личного опыта, личного свидетельства могу сказать, во время поста, ну, бывает там день-два, может, там голова болит, но потом, когда ты уже, приходит просто ясность и свежесть ума. Мозги начинают очень светло работать. Кому, если нужны новые откровения, кому нужны новые идеи, свежие идеи, поститесь.
Аминь. Иисус 40 дней постился перед выходом на служение. Аминь. Если тебе нужно какой-то прорыв, возьми пост по-настоящему. Ты увидишь, как новые возможности откроются. Два основных потребителя энергии в организме. Это наши мозги, больше всего кровеносных сосудов. Это мозги, вот здесь все. И куда мы закладываем пищу? Наш желудок. Поэтому, когда ты наелся, думать не хочется. Ты спишь. Потому что вся кровь отсюда пошла сюда. Когда у тебя тут, потому что все нужно отсюда забрать, все полезные вещества, все переработать, сохранить, тепло и все остальное. А когда тут пусто, кровь куда пойдет? Сюда пойдет. Все тут движение. Нейроны, электроны, протоны. Короче, там новые контакты сразу, раз-раз там открываются, начинают работать те клетки, которые никогда не работали. У гениев 3% мозга работает. А у всех остальных сколько? 1,5, да? Включи хотя бы еще 10%. А как они будут работать, если все здесь? Они не будут работать. Поэтому нужно включить. Переключатель перевести наверх. Тумблер такой. Вверх. Мозги. Через неделю включишь немножко вниз. Ничего страшного. Это ответственность. Это взросление. Аминь. Это взросление. Должны ли дети поститься? От телевизора и интернета – да. Да? Соня и Стеша. Вы согласны? Все, они согласились. Все, внучки мои согласились. Хотя бы это. Но это наша ответственность. Друзья, когда ты берешь ответственность, ты становишься взрослым. Аминь. Когда через что-то перешагнул, когда ты решил там какую-то задачу, ты начинаешь сам себя уважать. Я вот не любил математику в школе. Помню, там заболел, в больнице лежал. И в школу там уроки какие-то надо было учить, не пропускать. Да сейчас могут, что угодно. А тогда какая-то ответственность была. И я эту математику, ой, как она мне. И вот решил однажды, думаю, ну попробую. Учителя нет, родителей нет. Попробую. Просто решение принял. Раз и решил. Я себя зауважал. Да. Не самая крутая задача была, но решил. Думаю, все-таки, когда ты сдаешься на полпути, ты сам себя потом не уважаешь. Может, ай, надо было, ай, да что ж ты слабак. А когда ты преодолел, когда ты взял, ты себя уважаешь, Бог тебя уважает, люди тебя уважают, ты становишься уважаемым человеком. Аминь. Где крылья начинают расти, как у ангела один. У Даши. У крылья какие растут. Ты чувствуешь, ты летать сможешь. Неприземленный, непридавленный грузом обстоятельств, жизни, информации, которая льется со всех сторон, чтобы придавить тебя, приземлить тебя. А ты чувствуешь, нет, я вырываюсь из земного притяжения, я поднимаюсь выше, я могу парить. Я могу творить, я могу делать вокруг себя мир красивее, интереснее, счастливее других людей могу сделать. Аминь. Возьми ответственность. С чего-то начни. Через что-то перешагни. Возьми ответственность. Как Бог взял ответственность за нас. Аминь. Он взял ответственность. Он не бросил на произвол. Он не сказал, ну, раз вы такие... И живите, как хотите. Все, не хочу я с вами иметь дело. Я для вас и сад Едемским. Я для вас все. И вечную жизнь вам. И дерево жизни дал. Все для вас необходимое. Живите, только делайте вот так все правильно.
А вы развернулись. И в другую сторону. Нет. А он продолжал любить. Продолжал любить. И продолжает любить. Тебя, дорогой человек. Своими промахами, ошибками, недостатками. Продолжает любить. Почему? Сердце большое. Любящее сердце. Любит не за что-то, а потому что мы есть. Вот такие непохожие, разные. Но он любит. Так сильно любит. Мы даже не догадываемся, насколько сильно он любит нас. Так может быть смутно. Но это великая любовь. Своего сына послать на крест. Это великая любовь. Любить. Когда ты в грехах, когда ты в негодных делах, а он продолжает любить. Потому что он взял ответственность. Он сказал, что семя жены будет поражать змея в голову. Аллилуйя. И мы есть исполнение Божьего пророчества, Божьего слова. Мы поражаем змея в голову. Своей жизнью, своим посвящением, своим служением. Мы поражаем вместе с нашим Господом Иисусом Христом. Он победитель, и мы в Нем победители. Аминь. Не смотри на себя, как на слабого. Пусть слабый скажет, я силен. Пусть бедный скажет, я богат. В Боге богатыми. Прежде всего, друзья, будьте богаты любовью, милосердием, состраданием, прощением. Будьте богаты, богатейте для добрых дел. И пусть Бог вас всех благословит. Аллилуйя. Давайте мы встанем, помолимся. Давайте поднимемся на свои ноги. Аллилуйя. Драгоценный Бог наш, вознесем к Нему молитвы наши, поблагодарим Его, настроимся на то, чтобы совершить труд поста и молитвы на следующую неделю. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за Сына Твоего, который пришел на эту землю, за эту спасительную благодать, которая явилась для нас, которая научает нас, вразумляет, наставляет, которая делает нас способными к добрым делам. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты никогда не оставляешь нас. Боже, благослови. Дай нам настроение правильного. Дай нам желание правильного. Боже, вложи святые желания в каждое сердце во имя Иисуса Христа, чтобы мы взяли ответственность и прошли свой земной путь с высоко поднятой головой, уповая на Тебя, начальника и совершителя веры нашей. Мы благодарим Тебя, Господь, что во всякое время Ты поддерживаешь нас, Ты ведешь нас рукою сильною, мышцей твердою. Благодарим Тебя, Бог, что Ты распространяешь Царство Свое, Ты распространяешь пределы Свои. Мы благодарны Тебе, благословляем Тебя, Царь Царей и Бог Богов. Аминь. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Богу! Пока не присаживайтесь. У нас еще служение не закончилось. Я говорю, не присаживайтесь, а все присаживаются. Я хочу, чтобы мы поприветствовали. Сегодня особенный день. Сегодня у одной нашей семьи золотая свадьба. 50 лет, как они поженились. Именно сегодня. Семья земляных. Здесь есть. Давайте. Come here. Володечка. Сюда, ну. Вот. Смотрите, какие красавчики. Слава Богу. 50 лет сегодня, именно вот сегодня. Оце ви розписалися сьогодні, 50 років назад.
Господи, Боже мой! Представляете? Кто хочет прожить 50 лет вместе? Хотя бы для старта. О, вернее, сколько желающих. Но что я хочу сказать? Это вернейшие люди. Это люди, которые верны Богу и друг другу. Это не просто, знаете, прожили, как жили, да? Нет. На самом деле, знаете, это для меня всегда пример и вдохновение, что можно пройти по жизни разные обстоятельства, трудности, жизнь нелегкая, жизнь не просто, знаете, так пролетевшая. Нет. А жизнь как жизнь. И вот они прошли вместе. Я думаю, что когда вы поддерживаете друг друга, это всегда очень ценно. Когда тот, кто рядом, он всегда готов поставить плечо. Иногда просто помолчать вместе. И это уже поддержка. Надо просто посидеть вместе. Это уже поддержка. Поэтому, друзья, дорожите друг другом. Я верю, что так лет через 25, какая будет свадьба? Сегодня золотая, да? А там такая бриллиантовая, да? Бриллиантовая. Ну, вот такие вот отпразднуют, какие-то там деревянные, глиняные. Ну, праздновать уже сразу золотую, да? Слава Богу. Мы вас поздравляем. Вот. Возьмите маленький подарок для вас. Да. Вот. Молодоженам цветы невесте, да? Невесте. Цветы невесте. Женихам подарок. Владимир и Нина, благословеннейшие. Поздравляем вас. Дорогие! Давайте дадим нашу молитву им. Хорошо? Давайте помолимся и благословим. Пусть Бог укрепит вас. Еще много-много лет. Сколько Он отмерил, мы не знаем. Но пусть Бог дает вам силы, дерзновения, мудрости, терпения и здоровья. Отец Небесный, мы молимся за семью земляных, за Володю, за Нину. Господи, спасибо Тебе за эти верные отношения, которые они имеют друг к другу. Боже, благослови их. Господь, до сего места Ты довел и дальше будешь вести. Пусть они будут крепки по-прежнему, сильны в Тебе, Господь. Боже, направляй их. И веди своей рукою. Пусть все кривизны выровняются. Пусть будет устройство и мир в их сердцах, в их доме. Благодарим Тебя, Господь, за этот пример подражания, служения Тебе и друг другу. Во имя Иисуса благословляем их. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слово жениху. Дорогая церковь, я благодарю Господа Бога за этот золотой сосуд, которым является моя жена Ниночка. Аллилуйя. 8 января 1967 года мы стояли в ЗАГСе перед родными и близкими. И я верю, что и Господь Бог тоже был там. Мы, как говорится, приняли, он нас благословили, и с этого времени начался наш путь по жизни. Ну, Господь, конечно, был за это время пути моего следования, мы познали Господа уже ближе. Вот. И были, как пастор сказал, были и трудные, и легкие времена. Но мы знали, что этим Бог испытывает нашу веру. Спасибо Господу за то, что Он нас привел к этому юбилею, 50-летию.
нашей с моей женой совместной жизни. И в день золотой свадьбы сегодня мы благодарим женой, тебя, дорогой Иисус, что мы уже стоим перед твоей церковью, или вернее невестой, которым являетесь и вы, дорогие братья и сестры. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо. Господи. Спасибо, спасибо, спасибо. Я благодарна Господу, что Господь перевел меня в эту церковь. И тут я познала, мы познали Иисуса Христа как Господа и Спаситель. Спасибо Валерии Григорьевне. Она первая сказала, вам только поможет Бог. Спасибо пастору за хорошие слова, за хорошую проповедь, которую мы учились, наставлялись и научались. Спасибо, пастор, спасибо. Господу спасибо за вас, спасибо. И хочу сказать, да будет каждая семья благословенна. Кто без пары, пускай в этом году приобретет Божью пару от Господа. Здоровья, мира, радости вам. Дорогие, я еще хочу, не все сказал, я еще хочу поблагодарить нашего пастора Сережу и Елену за создание этой церкви, за то, что Господь поставил их вершителями нашей церкви. И, конечно, мы служим, и мы благодарим Господа за то, что мы в числе первых были рядом с пастором при создании нашей церкви. Так что Господь велик. И благодарим нашего Господа за то, что Он нас ведет своими путями. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Слава Богу! Спасибо! Еще раз вас поздравляю. Старая гвардия! Пожалуйста. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, вот когда такие люди есть в церкви, в этой церкви есть будущее. Вот есть вот такое поколение, есть молодое поколение, есть дети. У нас есть великое будущее. Есть семьи. Знаете, я благодарю Бога, что все-таки у нас более-менее крепкие семьи. Аминь. Хорошо, еще не все. Так, где-то я не... Где? Еще где там пара? Пара. Брачующиеся. Ой! Ну так получилось, тут 50 лет, а тут вот только вот на старте. Вы хотите 50 лет прожить вместе? Да? Аллилуйя! И больше даже, слава Богу. Вашему вниманию, знаете, не только из нашей церкви уводят девушек красивых, но и приводят. Некоторые уводят. А некоторые приводят. Это такое движение. Слава Богу. Вашему вниманию Денис и Марина. У меня все задают вопрос, видя ваши фотографии в Фейсбуке. Вы часом не брат с сестрой? Биологические. Во Христе. Но приходится отвечать, что только во Христе. Ну вообще похоже, да? Ну похоже. Ну, где так можно было найти? Ты как подбирал? Да, вот там есть такая функция в Фейсбуке, да, кто из твоих этих самых похож на тебя. И, наверное, раз, и ты решил, что вот это твоя жена будет. Сразу Ялту я показал в город. Сразу в Ялту? Да. Господи. Так что реально Крым наш. Теперь. Аллилуйя. Ну что, дорогие,
Помолимся и вас благословим. Видели пример? Это пример для вас. Вот так нужно идти вместе, служить Богу, любить друг друга. И самое главное, чтобы вы понимали, что если вы не будете служить друг другу и служить Богу, будет тяжело. А когда будете служить, будет тоже тяжело, но легче. Потому что Бог будет помогать. Нету легких путей. Взять ответственность за создание семьи – это трудный путь. Ответственный путь, тяжелый путь, но благословенный. Благословение приходит тем, кто берет ответственность и следует ей. Поэтому, если хотите быть благословенными всю вашу жизнь, вот той ответственности, которую вы сегодня последовали, пусть так и будет. Денис, ты правду решил жениться на Марине, служить ей, быть верным? Обещаешь ли ты любить ее до конца своих дней? Обещаю. Марина, я хочу спросить тебя, по доброй ли воле ты выходишь замуж за Дениса? Нет ли никакого принуждения? Обещаешь ли ты быть верной женой, послушной, смиренной, готовить ему кушать и стирать его носки? При условии, даже если не будет работать стиральная машинка. Обещаешь ли ты любить его до конца своих дней? Обещаю. Обещаю. Хорошо, тогда мы будем молиться и благословлять эту семью. Отец Небесный, мы молимся за Дениса и за Марину. Мы молимся за эту новую семью и просим, чтобы Твоя благодеющая рука была над ними. Господь, храни их, веди и направляй. Боже, пусть они соединят свои сердца в служении Тебе и друг другу. Во имя Иисуса Христа. Пусть через все штормы, через все бури они идут вместе, служа Тебе, Господь. Боже, благослови их. Во имя Иисуса мы молились. Пусть эта семья будет крепкой. Аминь. Ну, потемкайтесь. Разве муж и жена? Слава Богу! Селфи! Поздравляю! Ну, а теперь сделаем им дорожку. Но они еще после служения не уйдут. Также после служения можете поздравлять и золотых юбиляров, и вновь вступивших в брак. Хорошее знамение. Я хочу вам сказать, этот год хорошо начался. 1 января в семье Гулиных родилась девочка. Дедушка, бабушка здесь. Папа есть или нет? Вадика нет. Вот. Вот тут золотая свадьба, вот тут еще семья. Вообще хороший год, да? Все хорошо. Слава Богу. Поэтому что родилось? У Жуковицкой внучка родилась. Аллилуйя. Опять. Слава Богу, смотрите, все распространяется. Благословляйте друг друга. Скажите хорошие-хорошие слова. Хорошие пожелания, поздравления. С Рождеством еще раз вас всех. Завтра в 18:00 здесь стартуем. Всех приглашаю. Не пропускайте. Миром Божьим.